В Мурманской области создано 15 пунктов вакцинации от COVID-19. Они развернуты на базе медицинских учреждений, подведомственных областному Минздраву. Действует 6 пунктов в Мурманске и по одному пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяеве, Заполярном, Кандалакше. Вакцинация в них уже идет. Еще 8 пунктов в Никеле, Ревде, Вовозере, Ковдоре, Кировске, Умбе, Авакурте и Зеленоборском открыли записи на прививки. Прием населения в них начнется на этой неделе. Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области публикуется на сайте и в группе регионального оперативного штаба. Список регулярно обновляется.